Здравствуйте! Сегодня мы будем вязать модный и стильный предмет интерьера – пуф. Что нам для этого потребуется? Вот таких для пуфа размером диаметр 40, высота 35. Нам потребуется 4 мотка трикотажной пряжи по 700 грамм. Вот таких. Я буду вязать мятный, вот такой цвет. Цвет может быть любой. Можно даже делать полосатый, это уже как ваша фантазия вам подскажет. Значит, 4 мотка, крючок, основной крючок десятка номер, не написано у меня, уже стерлась, но это вот десятка. Дополнительный крючок для того, чтобы прятать хвостики поменьше, семерка, можно шестерку, кому как удобно. Ножницы, основа для пуфа, сейчас остановлюсь на ней немножко. Значит, основу для пуфа я шью сама. В принципе, можно ее заказать. Я знаю, что очень много есть даже в Инстаграме поискать. Можно набираете просто основа для пуфа и очень-очень-очень много аккаунтов, где продают уже готовую основу. Честно скажу, я не очень люблю ее шить, но так как я живу в Европе, здесь, к сожалению, не продаются готовые основы, мне приходится шить самой. Как я ее шью, значит? Да просто шью. Круг я вырезаю, сейчас поближе расскажу, так как пряжу я убираю. Круг я вырезаю очень просто, я беру мелок, беру крышку от 25-литровой кастрюли, обвожу ее, делаю два вот таких круга, это получается вот вверх и соответственно низ, для того чтобы просчитать периметр круга. Ну, кто помнит, это есть формула, значит, нужно будет диаметр 40 сантиметров умножить на число π, это 3,14, и вы получите ту длину боковушки, отмеряете, прибавляете 2-3 сантиметра для того, чтобы сшить, ну, соответственно, сшиваете. Набиваю я пуф полистиролом. У него есть, конечно, свой небольшой минус. Он очень шуршащий, очень шуршащий. Полистирол можно купить, я думаю, в любых строительных магазинах. Что тоже как он выглядит. Это вот такие вот шарики. Вот такие вот шарики. Еще один момент. Когда будете... Они очень летучие. Очень летучие. Я стараюсь всегда заполнять пуф на улице, на террасе. И... когда вы шьете пуф, вот здесь сбоку я оставляю небольшое отверстие. Для того, чтобы было удобно насыпать полистирол, я придумала вот такое приспособление. Я взяла большую бутылку, обрезала ее, у меня получилась вот такая воронка. Я ее вставляю в это отверстие и засыпаю полистирол. Здесь я уже сшиваю руками шовчик. И в итоге у меня получается вот такая вот основа. Вот, в принципе, я рассказала по материалам, которые нужны, и мы будем приступать к вязанию нашего пуфа. Это я немножко подвину, чтобы не мешалось. Итак, с чего мы начинаем? Значит, первый моток у нас. Кольцо. Крючок десятка, напоминаю. Нам необходимо набрать 12 петель с накидом. 12 столбиков с накидом. Поехали. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пять, шесть,
затем восемь. Девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Чтобы не ошибиться, просчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Затягиваем кольцо потуже, чтобы здесь меньше осталось дырочки. И делаем соединительную петельку вот сюда, в первый столбик. Соединили. Дальше вязание пойдет по кругу. Нам нужно будет в каждый столбик сделать по 2 столбика с накидом. 1. 2. 1. 2. Вяжем до конца круга, в каждый столбик 2 столбика с накидом. Я довязала до конца ряда. Теперь мы соединяем. По правилам я должна соединить вот в эту петельку. Я соединяю вот в этот вот верхний столбик. Дело в том, что если соединить сюда, будет такой большой разрыв, не очень красиво смотрится изделие, поэтому я соединяю вот в этот столбик. Делаем соединительную петельку. И следующий наш ряд, он будет похож, немножко отличаться. Теперь нам нужно будет чередовать. Делаем 2 столбика с накидом в эту же петельку. Следующий столбик с накидом 1. Снова 2 столбика с накидом в одну и ту же петельку. Раз. 2. 1. До конца ряда. 2. 1, 2, 1, 2, 1. Итак, мы связали второй ряд нашего пуфа. 2 столбика с накидом, 1, 2 столбика с накидом, 1, 2 столбика с накидом, 1. И таким образом мы будем вязать такой круг, чтобы диаметр этого круга совпадал с диаметром нашей основы, вот этой части. Следующий ряд, делаем соединительную петельку, мы уже будем вязать 2 столбика с накидом в одну и через 2, здесь 1 столбик с накидом, здесь 1 столбик с накидом. И снова 2 столбика с накидом. Раз. 2. То есть получается у нас 2, 2 по одному. 2 вместе, 2 по одному. Следующий ряд будет 2, 1, 2, 3. 2 столбика с накидом. То есть постоянно увеличиваем, но увеличиваем и здесь количество столбиков. То есть здесь будет по одному сейчас 2, следующий ряд будет 3, 2, потом будет 4, 2 и так далее. Для того, чтобы не ошибиться, особенно когда большое изделие вяжешь, очень сложно. Вот получается, там, где у нас 2 столбика с накидом, вот видите, они, между ними всегда будет 2 столбика с накидом.
То есть вот здесь один, один, и вот они эти. Два столбика с накидом, соответственно, здесь два, опять один, один, да, один, один, между ними два, один, один, между ними два. Еще раз, значит, здесь мы делаем 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Следующий ряд будет 2, 1, 2, 3, 2 и так далее. Еще ряд 2, 4, 2, 2, 5, 2. И так вяжем, как я уже сказала, чтобы диаметр нашего круга совпадал с диаметром нашей основы. Так, я связала третий ряд. Ну и давайте, чтобы уже закрепить все это, я еще раз покажу, где мы делаем по два столбика с накидом. Значит, зацепляемся. В первый столбик делаем два столбика с накидом. В следующий один, два, по одному, три, по одному и снова два столбика с накидом. Вот видите, как раз получается, вот здесь было два столбика с накидом, получается между ними всегда будет по два идти, два столбика с накидом. Два. Снова три столбика с накидом по одному. Раз. Два. Три. Три. И вот опять, видите, здесь было два столбика, между ними два столбика с накидом. Раз, два. То есть вот получается в следующем ряду вы будете здесь делать два столбика с накидом. Раз, два, три, четыре. И снова между вот двумя этими здесь два. Опять раз, два, три, четыре. И здесь будет два. Следующий ряд, соответственно, будет раз, два, три, четыре, пять, два. Каждый раз после каждого ряда примеряйте свою основу и свой кружок, чтобы они совпадали. И вяжем вот до этой части. До этой. Я закончила вязать свой кружок. Надеюсь, вы тоже его закончили. Итак, у меня получилось раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В среднем где-то так и выходит 8 рядов на диаметр 40 сантиметров. Может немного отличаться. От чего это зависит? У меня немножко тонковатая вот нитка. Если нитка потолще, может быть не 8, а 7 рядов. Здесь все зависит, вот говорю, от толщины самой вот этой трикотажной нити. В любом случае всегда примеряйте, чтобы диаметр совпадал с диаметром вашей основы. И исходите вот именно из этих параметров. Итак, сейчас мы начнем вязать уже боковую часть нашего чехла для пуфа. Для начала предлагаю вот заправить вот этот хвостик, который остался у нас в начале вязания. Для этого мне потребуется крючок меньше размером, так гораздо удобнее, потому что здесь очень плотно подтягиваем максимально, чтобы закрыть вот эту дырочку в середине. Зацепляем. Плотненько стараемся зацепить, чтобы потом не разъезжалось, иначе будет это отверстие видно с лицевой стороны. А для того, чтобы вот совсем уже прикрыть вот эту вот маленькую дырочку, я всегда цепляю по диагонали. За счет этого вот этот узелок у меня закрывает полностью вот эту дырочку. Полностью эту дырочку. Солнышко светит. Солнышко светит, отсвечивает мне все.
Надеюсь, все видно. Итак, цепляю по диагонали. То есть я зацепила, получается, вот здесь. Ну и где-то примерно там, плюс-минус. Я цепляю теперь вот здесь. Зацепляю. Подтягиваю. И вот узелок у меня встал прям четко в центр. Четко в центр вот этой дырочки. С изнаночной стороны, конечно, не очень это красиво выглядит. Но изнанка нам постольку, поскольку нужна. Самое главное, чтобы это было хорошо с лицевой стороны. Вот я его полностью закрыла. И сейчас мы начинаем, приступаем уже к боковой части. Боковая часть будет гораздо проще вязаться. Вяжем в каждый столбик с накидом. Вариантов вязания 2. Если вы хотите, чтобы у вас рисунок был точно такой же, как вот на основе, вот здесь, в нашем кружке, то тогда вы цепляете также сюда, зацепляете и поехали дальше все столбики с накидом. Второй вариант. Мне он кажется более интересным. Получается такой рисунок с рубчиком. Я предлагаю вязать им. Ну, это уже на ваше усмотрение. Итак, мы цепляем тогда не вот за две, а за заднюю стенку столбика. За заднюю стенку столбика зацепили. Вот крючок не тот взяла. Крючок меняю на десятку снова. Так, за заднюю стенку зацепили. Две воздушечки. Вот и наш первый столбик с накидом. И дальше так и идем по кругу до конца. За заднюю стенку столбик с накидом, за заднюю стенку провязали. И у меня закончилась нить. Я покажу, как меняю нить я. Этот способ мне очень нравится, потому что он очень крепкий. А учитывая, что это пуф, он такой подвижный. И чтобы ваше изделие, когда вы будете его использовать, не разъехалось, нитки не разошлись, я предлагаю следующий способ соединения нити. Этот же способ хорошо подойдет и для тех, кто хочет связать полосатый пуф, когда вы меняете нить на другой цвет. То же самое. Мне немножко коротковато осталось, я распущу этот столбик. Итак, значит, я делаю накид. Первую петельку провязываю. Меняю нить. И уже здесь я протягиваю новую нить из нового клубка. Раз. И два. С обратной стороны переворачиваю. С обратной стороны два вот этих хвостика я завязываю на узел. Тоже так. Раз. Завязали на узел. И продолжаем вязание. Хвостики прячем. Значит, вязание, значит, так, столбик с накидом за заднюю стеночку столбика. Еще раз столбик с накидом за заднюю стеночку. Что касается этих оставшихся хвостиков, если я вяжу ковер, конечно, я их прячу уже прям до конца. Ну, так как я уже сказала, что пуф это такое подвижное изделие, то лучше их до конца не делать, потому что есть вероятность, что они у вас вылезут с лицевой стороны, что будет не очень красиво. Поэтому мы их оставляем там просто с изнанки, да, они будут там, но зато их не будет здесь. Итак, мы продолжаем до конца ряда. Столбик с накидом в каждый столбик за заднюю стеночку. Вот такой получается у нас здесь рубчик. Дойдем до конца ряда, и я покажу, как правильно соединять ряд. Итак, я дошла до конца ряда. Сейчас покажу, как правильно соединять. Значит, соединяем. Вот у нас остался здесь хвостик. Вот сюда.
последний столбик, протягиваем вот эту нить. А если вы вяжете по рисунку вот с таким вот рубчиком, то тогда за в заднюю петельку последнего столбика нитка под, так, и вытаскиваем вот сюда нить, делаем первый столбик, второй столбик пошел с накидом и так далее. Здесь можно делать чуть-чуть потуже, чтобы не было такая длинная. Вот таким образом. В случае, если вы решили связать по тому же, тем же узором, что и нашу эту часть, то принцип тот же самый практически. Сейчас подтяну. Вот сюда протягиваем вот этот хвостик. Протянули, подтянули. И если узор вот с рубчиком мы делали за заднюю петельку, если вы вяжете тем же узором, что и наш кружок, тогда вот сюда за обе одеваете эту петельку и вот так протягиваем через них нить. И, соответственно, здесь делаем воздушечки, первый столбик. Сюда пошел второй столбик. Вот таким образом я вяжу за заднюю стеночку, поэтому я сейчас вот это распускаю. Итак, мы продолжаем вязание по этому же принципу, по кругу. Количество ваших рядов будет зависеть от высоты вашей основы. Настоятельно рекомендую постоянно примерять и не прикладывая, а именно одевая чехол на пуф, потому как я уже говорила, что трикотажная пряжа очень хорошо растягивается. И даже если вы наглядно приложите и подумаете, что все, вот оно то количество ваших рядов, вы можете ошибиться. Связать лишние ряды и сделать дополнительную работу, потом их придется распускать. Поэтому вот постоянно одевайте, как только дошли там до края, осталось, ну, так, сантиметров 5, начинайте примерять. Одеваете, хорошо натягиваете, чтобы ваш пуф был ровненьким, плотненьким. Вяжем высоту, которая вам необходима, и дальше я уже расскажу, как мы будем заканчивать наш чехол и вязать будем уже дно. Итак, я довязала боковую часть, одела свой чехол на основу. Плотненько вот он сидит, доходит до края, хорошо подтягивается. Это, в общем-то, примерно вот так должно это все быть. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рядов. 14 рядов. То же самое примерно должно получиться и у вас. Возможно, будет небольшое отличие, если у вас нитка потолще. Как я уже говорила, у меня немножко тонковатая нитка, поэтому вот получилось 14 рядов. В среднем где-то так и выходит на высоту 35 сантиметров, где-то получается 13-14 рядов. Следующее, что мы делаем, это уже будет наша финишная прямая. Мы будем вязать дно нашего чехла для нашего пуфа. Чехол будет съемный, для того, чтобы его можно было снять и постирать. Что мы, значит, делаем? Я сняла чехол, и мы приступаем к вязанию нашего дна.
Чтобы дно было пропорционально нашему верху, нам необходимо или вспомнить, или, возможно, где-то записать, когда мы вязали в начале, или самый простой вариант – посчитать, через какое количество петель мы делали прибавление, то есть вязали 2 столбика. Вот мой последний ряд круга, вот он. И я считаю, здесь у меня 2 столбика и пошло по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идет опять 2. Чтобы не ошибиться, и еще раз. То есть вот они 2 были в одну. И считаю здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять 2. Значит, 2 через 6. Следовательно, и дно я буду убавлять точно таким же способом. Я буду вязать 6 столбиков с накидом и 2 столбика с накидом вместе. Таких нам нужно будет провязать 3 ряда. В среднем 3, возможно, 4. Все зависит от того, насколько хорошо будет тянуться. Для чего мы это делаем? То есть, если мы провяжем полностью, мы уже не сможем одеть наш чехол на основу. Для того, чтобы чехол легко одевался, это проверено, нужно примерно вот 3 ряда нам убавить. Он будет одеваться сложновато, но оденется. Итак, приступаем. Значит, здесь я сделала соединение. Вяжем мы теперь обычной вязкой. Нам уже не нужен этот рубчик. Вяжем просто точно таким же рисунком, как мы и вязали нашу верхнюю часть. Так, я делаю 2 воздушки. Это у нас будет первый столбик. И поехали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И теперь нам нужно провязать 2 столбика вместе. Делаем накид. Первый столбик. Второй столбик. Теперь 2 этих петельки и накид провязываем вместе. И еще. Вот таким образом мы будем убавлять наш ряд через 6 столбиков. Еще раз покажу. Так. 1. 2, 3, 4, 5, 6, и теперь 2 вместе. Накид в этот столбик, в этот столбик протягиваем, через 2 столбика и накид соединяем. Так мы вяжем до конца этого ряда. В следующем ряду мы будем уже делать через 5 столбиков, то есть будет у нас 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе. И третий ряд, в котором мы тоже будем убавлять, будет уже 1, 2, 3, 4, 2 вместе. Но это у меня, потому что я закончила свой круг, как я уже сказала, с 6 столбиками между 2 столбиками с накидом.
Если у вас здесь количество петель больше, допустим, вы закончили в одну петельку 2 столбика с накидом, а здесь у вас 7. Следовательно, и здесь вы начинаете убавлять по тому же принципу, чтобы было пропорционально. То есть 7 столбиков с накидом, 2 вместе. 7 столбиков с накидом, 2 вместе. Следующий ряд 6 столбиков с накидом, 2 вместе. Ну и, соответственно, 5 столбиков с накидом, 2 вместе. Так мы вяжем 3 ряда. Или наоборот, у вас здесь, например, 5 столбиков вместо 6, как у меня. Тогда вы делаете 5 столбиков с накидом в каждую петельку, 2 вместе. 5 столбиков с накидом в каждую петельку, 2 вместе. Следующий ряд, соответственно, 4 и 3. Через 4, через 3. Вяжем так 3 ряда. Итак, мы провязали 3 ряда, пропорционально убавляя их. Вот что у меня получилось. Я уже одела свой чехол на пуф. Чехол должен хорошо одеваться на основу, довольно-таки свободно. И что мы делаем дальше? Во-первых, для чего я уже одела на основу. Следующие, все последующие ряды мы будем вязать столбики с накидом в каждый столбик, ничего не прибавляя, ничего не убавляя. Вяжем до того момента, пока мы не сможем их здесь в середине соединить. То есть вот так начинаем вязать. Так, значит, в каждый столбик с накидом по кругу. По моему опыту у вас должно получиться примерно 3-4 ряда. Но опять же, это зависит от размера пуфа, зависит от толщины пряжи. Поэтому я всегда, чтобы не ошибиться, делаю это непосредственно уже на основе. Вяжем вот до конца ряда, потом следующий ряд. И так, пока мы не сможем собрать в серединке наши ряды для того, чтобы пуф сомкнулся, дно сомкнулось. Вяжем. Что у нас в конечном итоге получилось? Итак, мы связали 3 ряда с убавлением петель, и последующие ряды вязали в каждый столбик с накидом. Вот получается примерно вот такая конструкция. Это все стягивается. Я сказала, что должно получиться примерно еще дополнительно 3-4 ряда. У меня получилось 5. Скажу честно, в первый раз, потому что беру еще раз, нитка тонкая. У вас примерно должно быть 3-4, ну, возможно, 5, что тоже не исключено. Дальше нам необходимо все это мероприятие стянуть. Для этого нужно связать нам косичку из воздушек. Обычную косичку. Если не хочется взять косичку, в принципе, можно и просто вот веревочкой. Я думаю, цепочку из воздушных петель все умеют вязать. То есть это делается очень просто. Так. Так. И вот. Примерно так. Дальше мы ее вставляем через столбик, можно вот даже в крайнюю петельку через столбик
ставим и затянем. Я связала цепочку с 2 воздушных петель, ставила через один крайний столбик. Теперь мы это все хорошо затягиваем. Можно завязать. Шнурочки мы прячем внутрь. Ну и вуаля. Наш пух с вами готов. Теперь, зная основы и принципы вязания пуфа, вы можете связать не только такой пуф, можно еще связать и пуф на ножках. Сейчас я его покажу. То есть вот такой пуф на ножках. То есть сначала вяжете точно так же. Здесь у нас идет круг. Здесь у нас идет боковая часть. И снизу один рядок начинаете вязать с убавлением. Вот такой пуф. Также экспериментируйте с разными узорами по стенкам на основе. Вот, например, у меня есть такой узор. Этот пуф связан из хлопковой нитки 5 миллиметров. То есть это не шнур, а это вот именно нить макраме. В общем, я желаю вам ровных столбиков и всегда творческого вдохновения.